Приветствую всех, меня зовут Лилия Донскова, и в этом видео я вам покажу 10 самых классных продуктов из каталога номер 1 компании Oriflame. Мне очень трудно выбирать из этого каталога, потому что он весь на каждой страничке кишит скидками, интересными предложениями, перед которыми просто невозможно устоять. Но все-таки я покажу, на чем нужно сконцентрировать свое внимание, потому что даже когда вы показываете каталог человеку, вы должны сделать хотя бы на двух страничках акцент, чтобы он запомнил, на что обратить внимание. Потому что если вы просто дадите каталог и уйдете, эффекта не будет. Вы должны сказать, обязательно посмотрите, например, на страничке 15, там такое. А еще лучше, если вы сделаете такие закладочки, ну хотя бы штук 5. То есть выберите те продукты, которые вам нравятся, которые вы сами любите, обозначьте их. И после этого отдавайте каталог. Ну что, приступим к просмотру. Итак, каталог номер 1 действует у нас с 31 декабря 2018 года по 26 января 2019 года. И я вам сейчас покажу 10 продуктов, 10 страничек, на которые особо нужно обратить внимание. И первая же страничка, которую, я считаю, невозможно оставить в стороне, это то, что мы называем интимной гигиеной, интимные гели с алоэ и с ромашкой. Вот так они выглядят, 300 мл объем, это уже почти заканчивающийся мой гель. Большой объем, очень удобно, то что мыло идет с дозатором для интимной гигиены. Очень классный продукт, необходимый просто для всей семьи, в каждый дом. Поэтому я думаю, что со скидкой не за 400 рублей, а за 119 рублей его будут брать очень с удовольствием. По крайней мере, у меня заказывают по 5 штук, по 4 в семью. И я понимаю, что это действительно правильное решение. Следующая страничка – это маски. К сожалению, показать вам их не могу, но эти маски сейчас являются трендовым продуктом, который полюбили, мне кажется, не только за рубежом, но уже и в России. Это тканевые маски пропитанные, они разные. Есть разглаживающая, укрепляющая маска, питательная. Напомню, это 29-я страничка. Любая маска сейчас идет со скидкой 269 рублей, а без скидки она 380 рублей. И ну, действительно, она очень эффективная. И если, например, средство не позволяет пользоваться такой маской часто, ее можно иметь для того, чтобы быть быстро готовой к выходу в свет. То есть нанесла маску, сняла ее, сделала макияж. И красотка ко всему готова. На этой страничке все, что у нас скрабирует. Руки, тело, ноги. Да, началось с рук, закончилось телом. Ой, ножками. Я вам покажу для ног вот такой скраб. Очень хороший формат, удобный, 75 мл. Мне нравится то, что он с закрывашкой, именно вот с такой, а не с откручивающейся. Качественный, хороший скраб, приятный аромат. Такой ну, зелененький, оливковый. У него хорошие абсорбирующие частички, которые тщательно полируют пяточки и ножки. Я им пользуюсь достаточно часто, и за 119 рублей это просто сказка, а не цена. Также у меня есть скраб медовый, мед и молоко. Самый мой такой любимчик. О, сразу открылся, и мы видим, что здесь как будто мед засахаренный, вот вы видите, на крышечку вытек немножко. Очень крутой скраб, я его люблю и по аромату, по тому, как он отшелушивает шикарно мертвую кожу и питает кожу. То есть после него вообще кожа кайфовая. И один из самых дорогих скрабов, это солевой скраб Swedish Spa, вот такая большая банка, 200 мл. Кстати, объем у них одинаковый, и у медового, и у скраба из серии Swedish Spa. Я его только недавно начала, но не очень активно пользуюсь, берегу, так сказать, для себя любимые по праздникам. Я от него в восторге, он содержит масла питательные, он шикарно, вот эти вот мелкие абсорбирующие частички, шикарно полирует кожу, она просто восхитительна после применения этого скраба. Я также вот именно с этим скрабом очень люблю делать маски для ног, то есть распариваю ноги, потом наношу этот маслянистый скраб, втираю в кожу ног и оставляю его минут на 10-15 просто полежать на ножках. Потом я его смываю пилочкой, полирую пяточки, и они просто феноменально крутые становятся.
особенно если потом нанести какой-нибудь крем для ног, или мне нравится смягчающее средство тоже для ног использовать. Так, следующая страничка — это бомбическая новинка сумка. Такого темно-синего цвета, стеганая, со съемной ручкой. Очень эффектная сумка. Я думаю, что она будет пользоваться большим спросом. И, в общем-то, у нее вполне приличная цена, всего 1499. Посмотрим, мне кажется, ее разберут в два счета, такую классную новиночку. На этой страничке у нас сыворотка для волос. Я себе заказала две сыворотки для сухих волос. И думаю, что сделаю еще, пополню запас, потому что... Ну, для меня волосы стоят на первом месте, и я знаю, какой шикарный эффект от этих сывороток. Вот волосы становятся действительно качественнее в несколько раз, настолько они хорошие, послушные, гладенькие, шелковистые. Все вот, если есть секущиеся кончики, они все склеиваются, и волосы благодаря этому быстрее и лучше растут, их не нужно так часто стричь и убирать как бы лишнюю вот эту сухость с кончиков, которые не красят волосы. Следующая страничка — это лосьоны для тела. Всего по 199 рублей. Классные лосьончики, 200 мл объем. У меня сейчас есть как раз один мой любимчик. Это кокосовая вода и дыня. Потрясающе вкусный аромат. Это лосьончик. Сейчас покажу, как он... Посмотрите, такая капля, она как дает такой тающий эффект. Смотрите, то есть она не жирная, легенькая. То есть лосьончик, он легко распределяется по коже, поэтому у него очень маленький расход. Если сравнивать с кремом для тела, крема все время более жирные, более такие питательные, и поэтому у кремов расход больше, потому что их надо, ну, их не размажешь так легонько, как лосьончик. Я очень люблю именно этот аромат, еще мне нравится с миндалем. Ну, этот, конечно, у меня номер один уже на протяжении всего времени, как только он появился у нас в каталоге, потому что он невероятно вкусно пахнет. Следующая страничка — это туши для ресничек. Здесь их целых три и всего по 199 рублей. 114 страничка. У меня вот есть как раз запечатанная новенькая тушь. Это у нас ультраудлиняющая тушь. И у нее необычная кисточка, она как дрель сделана, как сверло у дрели, такая спиралевидная. Необыкновенно круто прочесывает реснички, дает им толщину и длину, классно подкручивает, укладывает. Эта тушь, вот если говорить о мягких кисточках, потому что я-то больше люблю такие силиконовые, но для мягкой кисточки это самая для меня любимая тушь, очень классная. А так все туши, конечно, хороши. Следующая страничка — это корректор для бровей. У меня как раз вот есть такой экземпляр. Сейчас попробую его открыть, не испортив коробочку. Так, что-то не получается. Заранее не подготовилась. Ну, окей, не буду открывать, потому что не хочу ломать коробочку. Вы видите на картинке этот корректор. Чем он хорош? Смотрите, верхние два – это цвет. Темный и более светлый. Их можно смешивать друг с другом. Третий — это воск. Это не белый цвет. Это воск, который закрепляет, укладывает брови, делает их визуально более ухоженными и блестящими. Чем классна эта коробочка? То, что внутри у нее есть поддончик, такой потайной ящичек, в котором спрятаны две кисточки. Одна беленькие ворсами, другая темный. И вот именно темным ворсом мы наносим краску на брови. Это, да, такие тени на брови. А беленькую мы используем для воска, чтобы не путаться. Это очень удобно. И, в принципе, на этой же страничке сразу рекомендую тушь для бровей, которую я изначально не оценила, но потом, поняв, что я сделала маленькую ошибочку, я взяла слишком темный цвет, во-первых, когда я еще была черненькая. Да, сейчас у меня более светлый оттенок волос, я себе заказала самую светлую. То есть тушь нужно брать на тон светлее, чем вы. На тон светлее, для того, чтобы, потому что тушь, если она будет слишком темная, она придаст такую, знаете, слишком черноту на брови, потому что благодаря этой уютной маленькой кисточке мы прокрашиваем бровки, и те, которые как подпушек, более светлые такие бровки, то есть за счет этого мы даем гущину, и лучше использовать их комплекс. То есть сначала прокрасили тенюшечками, а затем прошлись тушью. И подчеркнули, да, усилили эффект.
Я обязательно вам покажу, как работает эта тушь. Так, следующая страничка у нас. Так, 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 открываю. Вы знаете, здесь, конечно, было очень сложно выбрать что-то из этой серии, но я думаю, что самым популярным продуктом все-таки будет помада Color Box за 99 рублей. Потрясающая большая коллекция, очень много оттенков. И эта помада является номером один у многих женщин. На протяжении уже нескольких лет эту помаду выбирают многие. Несмотря на то, что у нее простая упаковка, начинка у нее обалденная. То есть помада действительно крутая, она классно прокрашивает губы, ложится в один тон хорошо. То есть ее не надо раскрашивать, мазюкать много раз. Помаду вот нанесли, все, губы как конфетки. И при этом она еще и увлажняет губы. И выглядит она дорого на губах. Вы знаете, если не видеть баночку, то человек никогда не поймет, какая помада, да? Главное, чтобы было комфортно. Поэтому я вам рекомендую взять себе такую помаду, попробовать. Потому что она действительно крутая. И завершая десятку моего выбора, последняя страничка для красивых волос. Это шампуни по 99 рублей. Моя любимая шампунь «Яблоко и бамбук». Вот так она выглядит, как раз заканчивается. У меня этот шампунь любимчик, потому что именно с ним волосы себя чувствуют очень комфортно. Очень. Несмотря на то, что это шампунь-кондиционер 2 в 1, как обычно я не очень люблю, когда смешивают, но я все равно после того, как смываю шампунь, я наношу бальзам для волос для усиления эффекта гладкости, шелковистости и для пущего такого ухода за волосами. Мне самой это очень нравится, ну и поэтому я думаю, что это понравится и вам. Хотя, может быть, вам покажется достаточно просто помыть голову этим шампунем. Смотрите, классный флакончик, очень удобный формат. Хотя 250 мл, но выглядит он очень маленьким и уютным. Если сравнить, например, с флаконом скраба, где 200 мл, то этот выглядит таким миниатюрным, маленьким, хорошеньким, как бутылочка из-под йогурта. Вот, поэтому я его тоже выбираю, рекомендую всем. И мне очень нравится ассортимент. Здесь есть на любой вкус и против перхоти. Есть для жирных волос. У меня одна подруга все время заказывает этот шампунь с лимоном и с крапивой. Он и укрепляет волосы, и жирность излишнюю убирает. И объемный шампунь с личи и зеленый чай тоже прикольный, его очень многие тоже любят. Классный выбор, шикарный ассортимент. Я думаю, что даже если у человека как бы сложности с финансами после Нового года, ну уж соточку человек всегда найдет, особенно женщина, для того, чтобы взять себе новый шампунчик, для того, чтобы волосы были чистыми и красивыми. Вот такая вот у меня десятка. Мне интересно ваше мнение. Я понимаю, что и вы наверняка понимаете, что в этом каталоге было очень трудно сделать выбор. Нереально крутой каталог, он весь со скидками, каждая страничка просто сводит с ума, и невозможно просто остановиться. У меня первый заказ на 150 баллов целиком только для меня. И я заказала не все, и выбрала только то, что вот прям срочно и важно. Вот, больше ничего не брала. Так что пишите в комментариях, что выбираете вы. Ставьте лайк. И до новых встреч в наших роликах. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro Stop Video.